Итак, рядом со мной находится поклонник рок-н-ролла, который приехал нам из города. Елец. Елец, Липецкая область. Да. Скажите, пожалуйста, как вам концерт и как вообще атмосфера сегодня в клубе? Пацаны, атмосфера офигенная всегда, когда рок-н-ролл с нами, блин. Это, ребятки, наши все. Вот это одно. Во-вторых, нормальные чуваки играют нормальную музыку, блин. Это мне очень нравится, честно вот тебе говорю. Что сказать еще? Как вам концерт? Великолепный концерт. Атмосфера, все шикарно, да? Да, особенно с друзьями, это просто великолепно. А друзей много пришло? Достаточно, да. Ну, если учесть, не друзья группы выступающие, тогда да. Вообще отлично. Вообще отлично. И продолжение концерта тоже будет великолепное. Продолжение будет, да? Да, все будет. Сами устраивайте. Да. Ну, отлично. В принципе, замечательно. Хотелось бы чуть получше помещения. Ну, а в общее впечатление очень даже положительное. Ребята молодцы. То есть. И выложили атмосфера шикарно. Шикарная, да? Атмосфера супер. То есть народ пришел, народ подпевает, народ веселится. Это самое главное, что людям понравилось. Это замечательно. Группа растет. Да. Как впечатление? Нравится концерт? Да, особенно Паша. Паша молодец. Если бы не он, то концерт просто бы не состоялся. Куда же без барабанщика. А Паша барабанщик. Да, Паша барабанщик. Хороший человек. Отлично. Отлично играет. Работает, играет, трудится вовсю, да. И по всей подруге. Ну, то есть атмосфера тебе нравится, все хорошо, да? Да, но только бы песен живых таких прям побольше. Ну, надеемся, еще все впереди, все-таки группа развивающаяся. Замечательные фанатки рок-н-ролла, в частности группы «Сказки». Итак, девчат, как вам концерт вообще? Охренительно! Да! Шикарно. Вполне на уровне. Не жалеете, да? Вообще нет. Нет. Ну, отлично, в духе сказок, на самом деле. Много историй рассказали, отлично. И новый альбом порадовал, на самом деле. Доволен, да? Да, я доволен, на самом деле. А как тебе атмосфера царящая вообще в клубе? Атмосфера, как и подобает. Как и подобает сказкам, гнетущая, иногда сказочная, иногда просто впечатляющая. Ну, отлично, в принципе. А отожгли, да? Атмосфера была шикарная, ребята выложились. На полную, прям интересно. Прям аж до дрожи, да? Местами. Костюмы там, вот эти интересные акустические вещи. Там басист в маске тоже было интересно. Ну, то есть вы довольны полностью, да? Да, мы вообще из Ельца приехали, да, посмотреть. Ребята наши знакомые, да, мы давно дружим, выступали даже вместе. Так что поддержать, приобрели диски, так что все. Ну, отлично. Ходить будете еще? Будем приезжать, ходить, общаться. Сейчас они остынут, мы, наверное, впишемся у кого-нибудь из них. Первый раз на концерт приехал, очень понравился. А, так ты был первый раз, да, сегодня? Первый раз. И заебись, да, все прошло? Вообще. Доволен? Да. Это лучший концерт в моей жизни. Это охрененно, вообще, у меня слов нет. Не ругайся, я все знаю. Это супер вообще. Почему говорит только Света? Все ништяк? Потому что я больше всех эмоций. Конечно, был не меньше, но... Вообще, такой хардкор дали. Это охрененно, вообще, вокалист просто супер. Блин, это реально супер. Это Сашка. Это слов нет, это просто охрененно. Вообще, я побольше таких концертов. Короче, больше всего, ребят, надо. Желаю вам много успехов и чтобы побольше таких концертов были. Мы будем на каждом. Реально. Это хорошо. И телочек побольше. Мы мужики. Да. Ребят, мы придем. Мы будем. Yeah.
отличный концерт, просто замечательный. Сказки Черного города молодцы. Как всегда. Как всегда. И еще огромное спасибо за то, что они нам помогают собирать средства на памятник. Да, это да, им огромный респект. Да. Будешь ходить еще на концерты сказок? Конечно. На каждый концерт? На каждый концерт. Даже когда они будут в туре? Да. И на Урал поедешь? На Урал, может быть, не поеду, но на каждый концерт буду ходить. Ну, смотри, мы это записали. Что ты чувствуешь после концерта группы «Сказки Черного города»? Я чувствую драйв, просто заряжение энергии. Я готов неделю хоть что угодно делать. Просто у меня вот работа всю неделю идет с понедельника. Я готов работать всю неделю. Работать. Главное, чтобы в голове были сказки Черного города. То есть концерт тебя заряжает? Полностью. Лесная царевна, прекрасна, как ночь. Рядом со мной стоит девушка из Сибири, из Барнаула, которая специально ради концерта сказок приехала сегодня в Воронеж. Скажите, пожалуйста, как ваше впечатление? Очень понравился концерт, замечательно. Не пожалели, что приехали с мужем. А будете еще ездить к нам? Обязательно. Честно? Честно. Все, хорошо. Поймайте на слове. Все, мы вас поймали на слове. Скажите, пожалуйста, ваше впечатление по поводу концерта? Это мой первый концерт. Первый из сказки, группы, да? Да. И я вам скажу, что реально не последний. То есть зацепило, очень понравилось. Зацепило меня еще в онлайне. И пришел я только после онлайна. Это было непередаваемое слов, просто нет. Это был что-то. Ну, скажи, как тебе самому впечатление от концерта? Что-то трудно оценивать, так все сходу, столько было нервов, потрачено сил. Сейчас что-то надо все это переварить, осознать. Да, это потом уже. Нет, сейчас надо просто это все пережить, отдохнуть, потому что очень много было сил потрачено на альбом, недавно вышел прям совсем, и все это накладывалось. Надо просто отдохнуть, реально. Ну, а сам вообще доволен, как прошел концерт? Ну, как? Довольны зрители, довольны мы, да. Конечно, всегда музыканты недовольны, кучу изъянов найдем. Тем более, да, когда в группе, что одни максималисты. Вот. Ну, в целом, что раз... Ну, вообще, на наш взгляд, выступили просто отменно. Спасибо, рад вообще, стараться. Как всегда, в общем. Спасибо, спасибо, приятно. Когда очередной концерт в нашем городе у вас планируется? Ох, ну пока трудно сказать, сейчас с альбомчиком прокатимся там немножечко, вот, а там уже на будущий год весной, наверное. Как вообще твое впечатление, как со сцены это все в твоих глазах происходило? Обалденно, звучок немного подкачал, но все было по десятибалльной на 8.5. Это хороший результат. Это обалденный Причем результат. Причем результат зависел от вас. Как Сергей Троицкий не скажет, дико треш и угар, например. Понравилась публика? Публика – шедевр, отличные люди. Просто выступать все. Готов хоть каждый день. Совершенно верно. Я бы по 2 раза в день даже выступал. Просто за еду. Даже без еды. Даже без еды. Расскажи немножко о вашем туре грядущем, поддержку альбома. О, через неделю будет Москва и Минск, первый выезд за границу, если Беларусь можно считать реально за бугром. И еще через месячишко тур по Уралу. Но по Уралу уже не в первый раз, да, я так знаю? Ну, было пару раз замечено мы за Уралом в Екатеринбурге и Челябинске. В этот раз еще и захватим немного больше городов. То есть вы готовитесь и по факту уже готовы? Само собой. Уже все готово. Работа делается просто колоссальная. Ни на секунду не останавливаемся. Ну, сегодня это было заметно. На протяжении нескольких часов. Стараемся. Стараемся ради зрителя. Удачи вам в вашем туре. К сожалению, за вами не поедем. Хотя хотелось бы, но... Одумайтесь, езжайте. Я думаю, это не первый и не последний тур. Так точно. Так спасибо, Роктуса. Друзья, сегодня на концерте стоит коробочка для благотворительных пожертвований на скульптуру Михаила Юрьевича Большенева. Как бы средства на саму скульптуру уже собраны, но осталось собрать самую малость на непосредственную установку и открытие. Я думаю, мы все этого ждем, да? Кстати, открытие 9 ноября. Всех приглашаем здесь же. Уже поставим, это точно. Давайте всем инициаторам установку поаплодируем, потому что ребята очень...
подходит, тут стоит коробочка. Ну а сейчас давайте еще раз дружно позовем ребят выйти на бис. Еще! Еще! Со мной сейчас лидер группы «Сказки» Черного города Коля. Скажи, твое впечатление о концерте, как все прошло? Ну, лишь бы людям понравилось. Ну а самому? Рубились, эмоции перли через край, все как всегда. Рок-н-ролл. Какие ожидания от грядущего тура? Ну, чего там, ты ждешь? Не то чтобы прям тур. Сейчас Москва, Минск, два города, вот, уже на следующих выходных. Mm-hmm. А в ноябре, да, уже посерьезнее, там 7 городов на Урале. Mm-hmm. Там и Тюмень, и Ижевск, и Челябинск, и Екатеринбург, и еще что-то там, а Курган. Mm-hmm. Вот. Посмотрим. Ну вот сам вообще чего хочешь увидеть? Так что, рубиться. Рубиться. Рубиться, хочешь. Конечно, конечно. Рубиться, пускать эмоции, получать их взамен. Все как всегда. Скажи, а в Воронеже концерт когда следующий планируется? Ну, мы не анонсировали до этого, но типа как сюрприз должен был быть. Сейчас же, ну знаешь, открытие. По секрету мне скажи. Открытие скульптуры, да, планируется Михаилу Юрьевичу. Ну и вот как бы 9 ноября, по-моему. 9 ноября, вот. Да. Ну, собственно, 9 ноября тогда и увидимся. А вот. Свои песни будете петь 9 ноября? Да я вот на самом деле хотел бы как раз именно «Король и Шут», да. Вот. Потому что как бы знаковый такой момент. И я там ситуация просто немного сложная. Ну, это уже не на камеру, в общем. Ну да. Но надеюсь, что сыграем именно «Король и Шут» песни. Угу. Вот. У нас сегодня люди спрашивали очень много, когда «Сказки» выступят на больших площадках. Ну, сам думаешь, когда это произойдет? Я думаю, уже в ближайшее, вот, то есть лето, да, как бы, я думаю, все получится. А вот чтобы именно в Воронеже, не на каких-то там байк-фестивалях в других областях, а вот конкретно, да нет, чтобы в Воронеже я имею в виду вообще это нашествие или что-то такое, как бы, да, то есть в планах как бы на следующее лето уже крупный фестиваль, то есть такого там это всероссийского масштаба. Это очень круто будет, на самом деле. Надеюсь, да. Приедем, как поддержим. Как бы поддержка чувствуется, естественно. Ну, в принципе, все, что хотел спросить. Давай, рок-туса. Всем привет, добра. Привет, всем добра. Спасибо за драйв.